В Центре традиционной культуры народов России запущен новый творческий социально значимый проект «Маленькая дагестанская филармония». Участниками проекта являются воспитанники Центра реабилитации несовершеннолетних, музыкальные руководители, ученики детской школы искусств, фольклорные и вокальные ансамбли, а также хореографический ансамбль «Хасавюрт». Так, на одной из творческих площадок в школе искусств был дан старт данному проекту. Юным зрителям провели экскурсию, небольшой концерт, где были исполнены композиции дагестанских музыкантов разных эпох. Организаторы, основная проблема современного поколения – отсутствие знаний в области родной культуры и традиций, растущие на примитивных музыкальных шедеврах, единственной целью которых является бездумное подчинение ритму и оглушительной какофонии звуков. Данное мероприятие также было приурочено к 96-летию со дня образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Дагестанская музыкальная культура – это совершенно особое явление, удивительное по своей гармонии созвучие в дагестанской музыке, потрясающие зажигательные ритмы. Своеобразие дагестанской музыки заключено в том, что все 30 народностей, населяющих республику, так или иначе повлияли на ее мелодичный характер. Песни и танцы для народов Дагестана – неотъемлемая часть жизни. По словам социального педагога реабилитационного центра для несовершеннолетних Джейран Дибировой, посещение детьми подобного рода творческих мероприятий оказывает положительное влияние. Важно создание условий для всестороннего развития детей. Для того, чтобы ознакомить детей наших с дагестанскими композиторами, с дагестанской музыкой, также чтобы поднять дух наших детей, расширить кругозор, чтобы это также способствует творческому развитию. И это приятно. В завершающей части мини-концерта воспитанники Центра реабилитации несовершеннолетних получили творческое задание – нарисовать свои музыкальные впечатления от услышанных произведений дагестанских композиторов. Итоги конкурса будут подведены в конце февраля. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».